не присутствовал лежачий полицейский сзади вас. То есть там была только пешеходная зона, да, с зеброй, так называемой. Вот, мы добились того, что нам сделали вот это жалкое подобие лежачего полицейского, потому что все-таки как таковой преграды она не является для машин, особенно машины, которые являются внедорожниками, джипами и так далее. То есть они продолжают пролетать. Мы просим, чтобы нам поставили здесь светофор, для того, чтобы дети могли безопасно переходить эту дорогу. Плюс подъезд к школе, который раньше был изначально главным входом, он теперь загражден машинами, парковкой машин. Я не знаю, кто разрешил ставить эту парковку там, вот, но безопасный вход, который был раньше, теперь его нет как такового, он отсутствует. Теперь вот здесь, вот, если вы посмотрите, вот у нас идет маленькая калиточка, вот так вот наши дети по этой дороге проходят вот сюда. Здесь паркуются машины, разворачиваются, это тоже мешает. Машины, которые сдают задом, особенно крупные, они не видят наших детей. То есть то, что я вижу сейчас ситуацию, вы простите, что это? Просто все зависит от граждан самих, в большинстве случаев. То есть невнимательность и то, что... А я вас быстренько, как вот даже девушка говорит, паркует ребенка, посаживает и отводит. Если бы она не спешила, припарковала там, отвела ребенка, все было бы без проблем. А когда она паркует, мало того не поправит. Девушка, ну вы вот проходите пешеходный, дойдите уже и пройдите по правилам. Неужели цена светофора стоит цены жизни наших детей?